Итак, все, мы сейчас поели, сдали чемодан и направляемся на посадку и полетим в Екатеринбург. Все, начинаемся с прихожей. Здесь большое, дальше идет зеркало во весь рост, большая удобная кровать, ванная комната, все зеркало, все как нужно, телевизор и письменный стол. Прекрасно, удобно. Да, кстати, по традиции у нас проверка кровати. Очень мягкая, удобная. Прямо сейчас бы здесь уснула, но через 5 минут я иду на ужин. Все, мы пришли на ужин. И сейчас будем есть салат. Рядом тебе, Михаил Сергеевич. Друзья, я разложила все вещи. Ложусь спать, а завтра нас ждет утренняя репетиция с оркестром. Поэтому спокойной ночи всем. Всем доброе утро. Сейчас 9 часов утра по местному времени. Я уже, как видите, собралась. И будем завтра. Мы уже разблокировали филармонии. Я жду своей очереди, своей репетиции. Это наша с Катей гримерка. Уютно, тепло, комфортно. О, время 9:30, мы выходим из музыкальной школы и двигаемся в отель. Да, Катя? Да, мы дойдем в отель. Я полна энергии, потому что только что я закончила тренироваться. Очень рада, что решила спуститься в спортзал, который есть в отеле. Он небольшой, но, как мне кажется, все самое базовое и необходимое тут для тренировки есть. Иду в номер и скоро буду укладываться спать. Друзья, всем доброе утро. Как видите, я снимаюсь в филармонии. Мы только сюда приехали. Я вот сейчас крашусь, потому что что? Потому что я проспала. Никогда в жизни не просыпаю, а тут проспала. Я не слышала ни звонков, ни сообщений. Сейчас у нас будет репетиция, так что погнали. Да, вот эти вот 16-е. Нюанс зубы драть. Два хода. Да, не надо здесь слишком. Мы потерпим ради художественного. Ну, красиво, чтобы было, да? Не надо портить не нужно. Хороший нюанс. Мы сейчас в музыкальной школе находимся и идем на обед. Так, друзья, мы решили после обеда сходить на выставку. Так что, кажется, мы сейчас пришли.
мы сходили на выставку. Так, все, я уже в отеле. Поставила гладильную доску, так как сейчас произойдет первый мой опыт. Я буду гладить свое концертное платье и юбку. Очень надеюсь, что это увенчается успехом, потому что не хотелось бы сжечь концертное платье. Так что поехали. Все, друзья, платье я успешно погладила, распутала волосы, собралась на завтрашний день. Также посмотрела презентацию по ИМК, потому что я сегодня под впечатлением от выставки, на которую мы сходили, «Авангард». Как раз таки это мы сейчас и проходим. То всем спокойной ночи, встретимся завтра. Так, всем доброе утро. Мы пришли на завтрак, нас через 10 минут уже заберут на репетицию. Приятного аппетита, мы начинаем... Закончилась репетиция, и мы все вместе едем. А куда мы едем? Соскочу в космос и выскочу в театр. А дальше? За тортиком. Да. А потом к легенде российского театра Николая Коляда. Да. А потом мы едем обедать, а потом мы отдыхаем. Заниматься. Все так. Да, отдыхаем и... А нет, платье я уже погладила. Все, в общем. Платье в следующем... В следующем рубрике. Ждите нас, меня в платье. Мы скупаем все пироги. Все. Пакет нужен? Да. Да. Все, мы закупились пирогами. И сейчас едем в театр. Тебя налили. Мы едем. Класс, смотри. Очень тихо. Представляете, я тут как раз таки рядом, собственно. Уже приехали. Уже приехали. Есть такой очень красивый зал. Дальше мы проходим через... Марина, прекрати. Еще одно очень интересное... Это театр Екатеринбурга. Мы сейчас пытались разыграть сцену любви. Да. Нет, и, честно говоря, из нас так себе актрисы. Вон. Посмотрите, и дай бог нам всем быть в таком же радостном состоянии и не болеть. Самое главное, не будете болеть, у нас будут полные залы. 1:20 идет спектакль «Ба» пьесы Юлии Тупикиной, постановка Николая Коляды. Приятного просмотра.
заниматься. Сейчас позанимались. У нас есть чуть меньше часа, чтобы сейчас отдохнуть в отеле, поэтому мы сейчас бежим в отель отдыхать. Все. Я успела сходить в душ, собрать вещи. Все, без опозданий. Выгляжу, как будто бы иду в поход. Погнали. В заключении концертной программы прозвучит второй концерт для фортепиано с оркестром Дмитрия Шостаковича. Фа-мажор, сочинение 102 в трех частях. Уральский молодежный симфонический оркестр, Алексей Доркин, солистка, студентка второго курса колледжа имени Гнесиных Варвара Кутузова, класс педагога Михаила Хохлова. Всем за теплый прием. Это было потрясающе. Спасибо большое. Всем доброе утро. Мы на завтрак. Я не закрываю микрофон, нет. Доброе утро. Доброе утро. Сейчас нас кто-то филармонит. Normal temperature. Mm?
Итак, мы с Настей идем. Да, всем привет. Гладить. Гладить. Катя, реквизит. На секундочку. И встречать обед. Работаем, готовимся. Все, сейчас пойдем играть. Да. Вот мы кайф с вольницы. Покажи вольницу свою. Вольница. Вот здесь он сам. Вот, вот главный казак там стоит. Это мне для влога. Сама. Вот. Ну что ж. Всем удачи. А вот и Борис Вадимович. Да. Борис Вадимович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, с Богом? Да. Погнали. Да, да, Саша? Да, да, да. 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 Это дочки мои. Ох, есть правда, Даня мне. Ох, есть правда, Даня мне. Да не мне, да не мне. Шор, йор, дельме, йор. Шор, цы, йор, цы, дельме, йор, цы, дельме, йор, цы, ртаты. Ну что ты, таты, таты, да не татушки мои. У вас горизонтально или вертикально? Да. Что да? Ладно, это надо вертикально делать. Все, мы отыграли второй концерт. А все понятно. Ну вы зайдите хоть сюда. Да. Наш съедобный реквизит. Пустой? Подожди тогда. Приятного аппетита. Да, мы сегодня за этим реквизитом ходили как раз в магазин. Ну, в общем, все. Завтра уже рано утром в Москву домой. Всем спасибо за теплый прием. Подожди. Возьми. У вас такая низкая посадка. Вы любите гуль, да? Итак, мы уже приехали из отеля. А я вот с прогулочки вернулась. Mm-hmm. Сейчас будет играть Саша Доронин. Да, сейчас ходи вам Сашу Доронину пока. Он ест шоколад. Он ест шоколад, да. Сейчас вот будет играть Александр Доронин. Александр, удачи. Удачи. Спасибо, Вай. Удачи. Так, все, я сейчас переобуюсь. Ну, так, и идем за. В большом зале филармонии на концерты фестиваля Бориса Березовского. Концерты фестиваля проходят. Концерта. Сейчас я уже вовсю собираю вещи, потому что в 7 утра нас забирают в аэропорт, и мы летим в Москву. Спасибо большое Екатеринбургу за этот чудесный теплый прием. Эти 5 дней вообще пролетели на одном дыхании. Столько эмоций, столько впечатлений, столько всего было. И прекрасный концерт, прекрасный оркестр. И, конечно же, спасибо большое Борису Березовскому за приглашение. Очень счастлива, что здесь побывала. А теперь собирать дальше вещи и уже спать. Дорогие друзья, все, мы в Москве. И сейчас едем в Аэроэкспрессе. И это говорит о том, что наш влог подходит к концу. Спасибо всем, кто досмотрел его до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь. До новых встреч. Пока-пока.